Фестиваль «Краски Чуваши» уже пятый год проводится в республике. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные подделки, но и творческие номера. Языком искусства участники рассказывают о культуре, традициях, обычаях региона. В этом году конкурс прошел по 7 номинациям. Даже режим самоизоляции не помешал участникам проявить свои творческие способности. Так, учитель дефектовых из детского сада номер 2 запустил проект «Визуальная экскурсия по городу Чебоксары». Это серия обучающих видеозаписей для детей с ограниченными возможностями, оказавшимся дома в период самоизоляции. Проект поддерживал организаторы и жюри фестиваля. Конкурсная работа прошла в номинации «Профессионального мастерства работников учреждений культуры и образования имени Волкова». Со своей стороны, мне очень приятно, что мой проект, изначально создававшийся не как конкурсная работа, а как именно форма работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, получил столь высокую оценку. Я уверена, что данный опыт может пригодиться другим педагогам для поиска и нахождения оптимальных путей решения создания непрерывного образовательного и воспитательного процесса, даже в условиях дистанционных форм занятий. В этом году фестиваль побил в свои же рекорды. В нем приняли участие более 9 тысяч человек. География проекта тоже масштабна. 129 населенных пунктов, лидером среди которых является столица Чувашии. Самое большое количество работ поступило в номинации «Изобразительное искусство». Более 4 тысяч. На втором месте оказалось фотомастерство. Главная цель фестиваля, мы считаем, что она достигнута. В каждой работе видно, как молодой человек любит свою большую и малую родину. Таким образом, в работах видно, как конкурсанты сохраняют свою традиционную народную культуру. Анастасия Миловидова, Юрий Марков, Республика.